Шей, ты зачем залез в горшок, а? Ах, козорник. Да сейчас, Буси, идем. Он мне вон игрушки принес. Говорит, мать, давай кидаться в бассейн. Говорит, я тебе уже их принес. Все. Буся, оп. Ай. А, не пикающая. Понял, что не пикающая, да, мячик? Донька уже раздербанила. Ох ты. Сейчас обсыхать будешь быстрее, бусеночек. Да? Обсыхать-то быстрее будешь. Этот не пикает, но этот должен светиться. Если его сильно ударить. Что, неинтересно, пикающий тебе надо, да? А что ты мне не носишь тонкие лапки? А? А тут что? Что лялька охраняет? Ой, вкусняшек себе набрала. Грозная мадама. А Герасим пытается спереть. А она грозная девчонка, грозная. Давай, Буся, ты у нас прямо молодой такой товарищ, молодой. А Милуська смотрит на это все безобразничество. И что они делают? А? Какая это интересная ему будет, нет? А? Так, Буся, а вот это стюкодрюка. Ой, ты, Буся, оп. Не, говорит, фигня, мать какая-то. Глупости ты мне предлагаешь. Да? Оп. Ой, красота. Давай, красотуль. Прячешь от Герасима, да? Ой, ты весь такой мокрый, ты себя видел? Что, еще кидать, бусенок? Или устал? А? Рассказывай. Кидать еще или устал уже? Что, не сознаешься, мамки? Давай, дождаешь, значит, еще нужно покидать. Давай, красотун, лопатун. Оп. Ну, тащи. А, все, устал уже, далеко понес. Значит, все. А нет, ко мне принес, что еще бросать? Ты просто круг почета сделал, да, такой? Оп. Оп. Неохота водиться. Бузеночек, а не хватит ли тебе? Ты же у нас товарищ все-таки в возрасте, пожилой. Хватит носиться. Хорошо, бусенок? Ну все, молодец. Вот такие у нас любимые игрища, да? Любимые занятия у лапульки-бусюльки. Все, последний раз, бусенок, последний раз. И хватит, ты будешь отдыхать. То на такой жаре вон все разошлись. Только вы с косулькой остались. Правильно, прячь мячик. Чтобы никто не спер. Ну, а мы всех целуем, обнимаем и хорошего настроения всем желаем. Да, Буся? Вот, мокрый, довольный. Набегался, напрыгался. Можно и отдохнуть.